Я вас не распознала. Чтобы сфотографироваться для распознавания по лицу, я уже скажите, 34-го сфотографировался. Вы меня запомните? Вы что, меня домой не пускаете? Я вас не распознала. Чтобы сфотографироваться для распознавания по лицу, скажите фото. Фото я сфотографировался. Вы что, меня мазали? Своей квартиры. А? 57-я квартира? Пожалуйста, четко скажите номер своей квартиры. 17-й дом, 57-я квартира. Смотри, что меня не узнает. Квартира номер 50. Ответьте, да? 17-й дом, 57-я квартира. Ты что? Ответьте, да или нет? Да. Открой дверь. Стойте напротив домофонной камеры на расстоянии вытянутой руки и посмотрите прямо в нее. Держи. Через 3 секунды я вас сфотографирую. 3, 2, 17, дом, 1. 57 квартира. Фото сделано. Чтобы пользоваться умным домофоном, установите на свой смартфон приложение «Мой умный дом». Я повторяю. Не знаю. Открывайте у меня дверь. До свидания. Желаем удачного пользования. Пускай меня домой. Я пошла. Стойте на телефонной камере на расстоянии вытянутой руки и посмотрите прямо в нее. Через 3 секунды я вас сфотографирую. 3, 2, 1. Чтобы пользоваться умным домофоном, установите на свой смартфон приложение «Мой умный дом». «Мой умный дом». До свидания. Желаю удачного пользования. Сука, блядь, деньги заплатил, да? Меня не пускает.